вилучилось, так, і те, що вже прийшли, але, мабуть, не через футбол, а тому, що вони живуть в області. Насправді дуже круто, що стільки новинок з'явилися на цій конференції. Прийшли з як це називається? Так, з групи, ну, взагалі, трошки ключі, нам сподобалося, як взагалі це все представили. Ось. Ну, поки все. А скільки вас питає будуть? Ну, всього зареєструвалося 12 людей і двоє не прийшло, тобто 10. Хто вам прийшов? А у вас всі прийшли? У нас десь 50 зареєстрованих, то людей слово. Значить, 30. Ну, все одно більше, ніж у нас, але я думаю, для початку. Да, у нас кілька більше. Так, давай розумемося далі. Пів. Ну, я хочу сказати, що я дуже приємно удивлен тим, що Айо пройшов в такому живому темпі. И я хотел бы заметить, что считаю, что благодаря Сергею Брюгеру именно это и могло произойти. Если увидели его эмоции, то мне показалось, что они были очень искренне по отношению к тому, что он делает, и то, что же делает его компания. Поэтому для меня это было очень таким моментом, получил сюда особенно то, с каким рвением он скачал на сцену и там начал презентовать. При этом прерывал все, что было до этого, происходило. Вот, да, то есть это было замечательно, и я считаю, что только с такой компанией, с таким начальником можно получить такие вещи, как в ТЦ. Поэтому у нас здесь было порядка 120 человек из 200 зарегистрировавшихся. Вот. Поэтому тут было очень много людей. И они, наверное, еще до сих пор здесь, они внизу. У нас там поставили большую плазму, и там можно смотреть, короче, в 3D Украину в качестве кино. Мы, наверное, сделаем так, мы запустим еще один хэнгаут внизу, у нас, наверное, на двух этажах. И покажем вам. Да, мы сейчас можем, пока вы там будете переходить друг к другу, мы одного человека зашлем на 19 этаж, и он покажет вам, как это выглядит плазма, как это там все происходит. Вот. Поэтому, скорее всего, там основная часть людей. Вот. Съедено миллион пиц, выпито, ну, не так много пива, все хотели безалкогольно, только алкоголь. Вот. А все остальное, как бы... По хэнгауту все было замечательно. Единственное, у нас были небольшие проблемы с трансляцией в начале. И когда начался матч Португалия-Испания, как бы тоже немножко затормозил интернет. Вот. Да, и поэтому как бы, мы испытывали небольшие затруднения в трансляции. А так все было супер. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Следующий просто я, поэтому как бы, я так долго рассказывал. Вот если раз такого поиска, того, что есть данные доллара, так и для конечных разработчиков, вот, если вы конечный пользователь, то есть неудобная фишка. Вот. И очень меня еще удивило то, что все-таки подарили участникам салона ПО целых три подарка, а не два, как мы подпирали изначально. А, последний этот девайс на всех великолепных. Вот. И получили это немного. Да. Вот такой у нас немножко безалкогольный вид получился. Как-то так. Детали так. Ну, у нас в реализации не так все ладно. У нас зарегистрировалось на рейсе, что не заправляется. Ну, я считаю, что у нас в пятницу приготовил людей. Ну, так у нас дружные люди собрались. Вот. Покажи, сколько у нас залишилось. Останется, что не играли. О,
Ми найбільше, в нас напевно радимо, що цей подарунок не розставимо. Ми не будемо спробувати на найбільше спробувати подарунки. Але не заплатити. Я насправді, особисто мені найбільше сподобалася ця кухня. Я до нас як вдягнула. Зліпити таку вау, було вже готове свою штуку. Запропонував. Україна вам буде його тестувати. О, мікрофон. Все, ребятки, ми пішли вперед. Все, що? Все. Пока-пока. До свидання. Не, на прикольне діло, а на дірні його чули. Скажи, що ми завиваємо зараз на цей, на Київ ГДГ. Да. Тільки мікрофон має. Android. Важко сказать. Потому что Ганя Андреевич это Chrome.